Всем привет, это 5 Степа, это Undertale опять. Продолжаем. Leaves Done It написано. Ну пошли идти. Так. Что-то долго. А, вот, все. А сейчас будет грустная история. Ой, ой. А, стоп, я же это всякое купил там это. Я же всякое купил, чтобы это хранится со сгором. Ага. О, ключ. Много лет тому назад в руинах упал человек. Пострадавший после падения человек стал звать на помощь. Угу. Немного потише сделал. Азриэль, сын короля, услышал человеческий зов. Он вернулся в замок вместе с человеком. А, понятно. Шло время, Азриэль и человек стали как родные. Король и королева относились к дитя как к своему собственному. Угу. Подземный мир был полон надежды. Стоп. Неважно. Хотел звонить. А где ножи? Окей, ладно, продолжаем. Затем, однажды, человек очень сильно заболел. Плачем, ребята. Больной человек высказал лишь одно желание — увидеть цветы и его деревни. Из его деревни, ага. Но мы ничем не могли помочь. На следующий день, человек умер. Азриэль, убитый горем, поглотил душу человека. Он превратился в существо с невероятной силой. А. С человеческой душой Азриэль пересек барьер. Он нес тело человека в сторону заката, обратно в деревню людей. Азриэль достиг центра деревни. Там он отыскал поляну из золотых цветов и возложил на ее человека. Вдруг раздались крики. Жители деревни увидели Азриэля, держащего тело человека. Они подумали, что он его убил, это дитя. Но это я так себя добавил. Ладно. Люди атаковали его всем, что у них было. Но он получал удар за ударом. Азриэль был способен уничтожать их всех. Но Азриэль не атаковал в ответ.
зацепившись в человека, Азри улыбнулся и ушел прочь. Израненный Азри добрался до дома. Он вошел в замок и упал. Его прах разлетелся по всему саду. Королевство впало в отчаяние. Одну ночь королева и королева потеряли обоих детей. Люди снова забрали у нас все. Так вот почему у них война появилась. Король решил, что пришло время покончить с нашими победами. Каждый человек, что упадет в нам, каждый человек, что упадет к нам, должен умереть. С достаточным количеством душ мы сможем навсегда разрушить барьер. Осталось недолго. Король Асгор вступит нас в свободу. Король Асгор даст нам надежду. Король Асгор спасет всех нас. Он нас. А почему ты не улыбаешься, не улыбнешься? Разве не волнительно? Разве тебя не радует? Это не радует? Ты тоже освободишься. Ну, кстати, да. Это что? Это лифт. Понятно, он работает. Что, сейчас будет велостанция будет? Да не, не будет. А, ну ладно. Похоже, ты все же сделал это. Конец твоего приключения уже совсем близок. Через несколько мгновений ты у вас встретишься с королем вместе. Вы определите будущее этого мира. Но это будет потом. А пока ты будешь осужден. Ты будешь осужден за каждое свое действие. Ты будешь осужден за каждый опыт, что ты получил. Такой оп, это акроним, ладно. Он означает очки пыток. Это способ посчитать, сколько боли ты получил другим. Когда ты убиваешь кого-либо, твой оп увеличивается. Когда у тебя достаточно оп, твой уровень увеличивается. Уровень тоже является аканином. Он означает уровень резни. Способ измерить чью-то способность причинять боль. Чем больше ты убиваешь, тем легче становится. Чем больше ты убиваешь, тем легче тебе отстраняться. Чем меньше ты от этого страдаешь. И тем легче тебе заставить страдать других. Но ты ни разу не повесил УР. Конечно, это не значит, что ты в целом невинный или наивный. А лишь то, что в твоем сердце осталась какая-то доброта. Несмотря на переграды или трудности, которые ты встречал, ты стремился сделать все правильно. Ты не стал никому вредить. Даже убегая, ты улыбался. Ты испытал радость, не получая радость. Если в этих словах смысл, пожалуй, нет. Теперь, ты встречаешься с решающими проблемами за все свое путешествие. То, что ты сделаешь,
решить судьбу целого мира. Если ты окажешься сражаться, Асгор заберет твою душу и уничтожит человечество. Но если ты убьешь Асгора и его забратишь домой, придешь домой, можешь навсегда остаться заточенным под землей. Как же ты поступишь? Ну, если бы я был на твоем месте, я бы уже давно сдался. Но ты видишь, пришел сюда, ничего не сделал, ведь так? Верно. У тебя есть нечто, называющее решимостью. Так что пока ты держишься, пока поступаешь так, как тебе велит сердце, я верю, что ты сделаешь правильный выбор. Итак, мы все рассчитываем на тебя, малой. Удачи! Конечно, я сейчас еще прикол сейчас покажу один. Я переспустил игру, и смотрите прикол. Если он должен получиться. Итак. Не получился. Ну и пофиг. Просто Санс должен дать мне ключ от своей комнаты. Но нету. Странно. Может, кто-то знает, но мне не важно. Может, потом заберу ключ у него. В следующий раз. Санс. Черт. Мне в Телеграме что-то написали там. Итак, мы пришли к нему, к Асгору. Пурум-пурум. О, кто здесь? Один момент. Я почти закончил поливать цветы. Вот так вот. Приветик. Чем могу... О. Мне так хочется сказать, не хочешь ли чашечку чая? Ну, ты же знаешь, так приятно. Чудесный сегодня денек, да? Птички поют, цветочки благоухают. Ну, такие дети, как ты, должны гореть воду. Шучу. Отличная погода для игры в догонялки. Ты знаешь, что нам предстоит сделать? Когда ты будешь готов, подойди в следующую комнату. Хорошо. Как волнительно. Просто думай об этом как о визите к зубному. Ты готов? Если нет, я пойму тебя. Я тоже не готов. Ладно, я готов. Господи, это барьер. Но то, что удерживает нас всех в заточении под землей, если у тебя случайно остались незаконченные дела, сейчас самое время их закончить. Давай. Ясно. Значит, время пришло. Готов. Угу. Это души, которые пали. Странствие заполняет комнату.
Сумерки светят сквозь барьер. Похоже, ваше путешествие наконец подошло к концу. Вы полны решимостью. Решимости. Человек. Было приятно с тобой познакомиться. Прощай. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Оу. Придется мне тоже атаковать. Оу. Это же атаки Тори. Тихо. Хорошечно. Ауч. Оу. Да блин. Это было легко. Я двигался. Как же я плохо играю. Ауч, в смысле? Оп. Да черт! Ау. О, ты чё? Ты чё, а? Ау, ау. А чё так быстро? Ай, забыл. Нормально. Держу темп. Оп-оп. Не держу темп. Да это не живу я. Да ну как я прожил это? Блин, сейчас все съем. Ага. Ау. Это трудная атака.
Но я справился. Ах ты, блин! Ау! Нет, 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 нет! Стоять! Да! Победил! Да как так? С первой попытки, ого! Ох. Так вот каково это. Как так? Я по ним. Я помню день после смерти моего сына. Весь подземный мир лишился надежды. Люди снова украли у нас будущее. Я в прорыве ярости я объявил войну. А? Я сказал, что уничтожу любого человека, что попадется сюда. Придет сюда. Что использовать их души, чтобы стать богатым. И освобожу всех из этой ужасной тюрьмы. Затем я бы уничтожил человечество и позволил монстрам мирно править поверхностью. Вскоре к народу вернулась надежда. Однако моя жена была недовольна моим действием. Она покинула это место, и мы больше никогда не виделись. А, по правде говоря, я не хочу силы. Я не хочу причинять кому-то боль. Я лишь хотел, чтобы каждый имел надежду. Но я больше этого не выдержу. Я просто хочу увидеть свою жену. Я просто хочу увидеть своего сына. Пожалуйста, дитя. Эта война идет уже слишком долго. У тебя есть сила. Возьми мою душу и покинь это проклятое место. Да ну нет. После всего, что я сделал, чтобы навредить тебе, ты предпочитаешь остаться здесь и страдать, чем счастливо жить на поверхности. Человек, я обещаю тебе, пока ты будешь находиться здесь, мы с женой будем заботиться о тебе. Мы можем сидеть в гостиной, рассказывая истории, кушать сельский пирог. Мы сможем быть семьей. Что за... Кто? Это же цветок, да? Флауи. Ну, конечно, он. Ты идиот! Ты ничему не научился в этом мире. Убивай или будешь убит. Чё? Игра ультил. Ладно. Запускаю игру. Я Dead Space и Doom 3 я не играю. Это просто мне пришел один дядя и скачал их. Ну же. А, вот всё. Давно-давно две раз справились с землёй. Вроде монстры. Однажды он... Всё сейчас без следа. Чё? Что такое? Окей. Что за... Файл стёрт, я понял. Здрасте. Приветик. Это я, Флауи. Цветочек по имени Флауи. Я тебе крайне благодарен. Ты сильно потрепал этого старого дурака. Если бы не ты, я бы никогда его не одолел. Но теперь, благодаря тебе, он мертв. И я заполучу человеческие души. Да уж. Я так долго был пуст. Даже здорово снова иметь душу.
Я чувствую, как они дрожат. Да, сам дрожу. Что такое? Не желаешь что... Не знаешь, что теперь делать? Что ж, это просто замечательно. В конце концов, у меня только есть 6 душ. У меня нужна еще одна. Прежде чем я стану богом. И тогда и с моими новообретенными силами монстры, люди, все, я покажу им все, всем настоящую суть этого мира. Да, и забудь о побеге в старый файл, и забудь про эту, которая сейчас сохранился. Он исчез навсегда, но не волнуйся. Твой старый друг Флавый придумал, как это исправить. Я сохранюсь на моменте твоей смерти, и тогда ты сможешь наблюдать, как я разрываю тебя на кусочки. Снова, и снова, и снова. Что? Ты серьезно думаешь, что сможешь остановить меня? Ты действительно идиот. Давай, 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 давай. Давай, иди сюда, цветок. Чё за... Это не цветок, это чё за... Это кто такой? Мам, не страшно. Цветок, это же его намора, да? Офигеть! Это что за уродца? Помогите! Тихо, тихо! Ау, 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 ау! Где я? Где я? Я наверху, блин! Ау, ау, ау! Да тихо, тихо! Ага. Ау. Нет. Вызовите на помощь. Ай. А чё они... Ладно. О, ячейка, ячейка. Давай, давай. Всё, всё, всё. Продолжаем. О, коронавирус. Это ты, что ли? Харе. Я в панике. О, чё за... Окей. Опа. Вызовите на помощь. Да, помощь, помощь, помощь. Быстрее, помощь. Лайки ставим. Да, блин, не успел. В смысле, файл сохранен? Круто. Еще раз? Да ты, блин, харе. Ай, ты троллишь. О, все? Дальше. Ого! Давай, давай, быстрее, быстрее! Все, продолжаем. Их стало больше этих бомб. Ай, ай. Флау и харе. Чё за... Ж...
жестокость, кошмар, жесть, страх, ну хоть нет, ах, смерть. Как? Резня. Любовь, цветочки, да-да-да. А, блин. Опять ты любишь это делать. Ха-ха. Сейчас победю. Что за хрень? Ау. Оп, успел. Все, подлечился, все, подлечился. Давай. Это последнее. Ах ты, блин! Что он сделал? Гастарбласал только по цветочному. Давай, стреляй в меня. Стреляй в меня. Блин, ты чё? Ну все, это достаточно. Вера, да, чтобы я сдал экзамены, да? Давай. Защита флавы снижена до... О, все, легче будет сейчас, да? И он легче умирает. Да блин, я получаю. Пам-парарам-па-па-ря-ра-ра-ра. Еще кто-то звонил, что ли? Опять коронавирус. Да подыхай ты уже. Все, тебя убил. На. Все, я тебя убил. Опять первые попытки. Нет, нет. Это не могло произойти. Ты. Что? Фаза груш. Ты идиот. Ау. Я двигаюсь. О, ножичка. Спасибо. Хе-хе-хе-хе. Ты правда думал, ты что, сможешь удалить меня? Я бог этого мира. А ты? Ты какашка. Ты безнадежен. Безнадежен и одинок. Черт подери, ведь точно, твои никчемные друзья.
теперь не стану тебя. Позови кого-нибудь на помощь, попробуй. Кричи во тьму. Мамочка, папочка, кто-нибудь помоги. Те. Видишь, не помогает. Ой, блядь, я испугался. Ну, никто не пришел. Да уж, какая досада. Никто не увидит, как ты умираешь. Сейчас опять этот пранк будет, да? Ну-ка, опа. Ну да. Кусь-кусь. Что? Как ты? Что ж, я просто... Что? Где мои силы? Души? Что вы одни делают? Нет, нет! А это не должно так получиться! Я должен Вы должны подняться мне! Стойте, прекратите! Хватит! Что ты делаешь? Ты всерьез думаешь, что я вынес из этого урока? Нет. Да что там мне не спел? Бить меня единственный способ покончить с этим. Если ты позволишь мне жить, я вернусь. Я убью тебя. Я убью всех. Я убью всех, кого ты любишь. Почему? Почему ты так добр ко мне? Не понимаю. Я не понимаю. Я просто не понимаю. Флауи убежал? Чё? Как он может бежать? Он цветок. А, точно, он же под землей может копаться. С первой пытки, как всегда, побеждаю в боссов. Шучу, кроме Андайна. Все, я прошел, что ли? Да ну не может быть. У меня же еще геноцид. Угу. Гальянские титры. А можно это пропустить как-нибудь? Да я понял уже, все. Да хватит уже. Я надеюсь, сейчас закончится уже. Да ёб, блин. О, все. А, кто? Эй, меня кто-нибудь слышит? Вот, это вот этот говорит, да? Шучу. Что ж, я просто ставлю сообщение. Угу. Итак, прошло много времени, королевство вернулось и теперь правит под землей. Оно установило новое правило. Все люди, которые упадают сюда, будут считаться не врагами, а друзьями. В любом случае, это изменение к лучшему. Человеческие души, которые собрало король, исчезли. Так что тот план... Скачание времени не осуществится. Но несмотря на то, что народ убил героем из-за короля, а в будущем мы можем так и не получить свободы. Королева изо всех сил пытается не давать нашим надежды угаснуть. Так что, даже если мы тут внизу, не сдаемся. И то ты смей сдаваться, где бы ты ни был, окей? И знает, сколько времени нам понадобится. Но мы выберемся отсюда. Санс, ты с кем-то тут разговариваешь? О, ни с кем. Что? Ни с кем? Могу я тоже с ним поговорить? На, развлекайся. Погоди секунду. Я узнаю этот номер. Внимание, человек! Я Великий Папирус.
теперь капитан Королевской Стражи. О, круто. Это все, о чем я когда-либо мечтал. Но кроме того, что мы вместе просто поливаем цветы. А не бьемся, как что почти ничего не понялось. А еще мы помогаем доктору Альфис и исследованиям. Она собирает найти способ вытащить нас отсюда. Андайн тоже ей помогает. Правда, так как она помогает, немного. Взрывоопасно. Но, думаю, Альфис нравится, когда она рядом. Ой-ой. Эй, чем занимаешься, Скет? Пожалуйста, не трогай телефон. Эй, ты забыл, кто здесь главный? Я. О, да, точно. Я оставила свою работу в качестве руководителя Королевской Стражи. Но на самом деле, так как нам больше нет нужды сражаться, Королевская Стража была полностью расформирована. Теперь здесь только один ее член. Он очень хорош. Да, он хорош. Иди-ка сюда. Пожалуйста, не трогай скелета. Как бы ни было, теперь я помещена в лаборатории помощница лаборатории Альфис. Мы пытаемся найти способ выставить этой свалки раз и навсегда. Ах, да, еще я работаю учителем физкультуры. Ого. В новой школе королевы. Ты знала, что я могу поднять 7 детей? Здорово, правда? Эй, я сожалею о том, что случилось с Асгором. Ты просто сделал то, что должен был. Это не твоя вина, он... Ах, черт возьми. Я скучаю по... по здоровому, да. Так, Андайн, хватит думать об этом. Я полагаю, что мне следует рассказать тебе, как поживает Альфис. Ну, у нее все так же, как всегда. Может, она стала даже чуть больше замкнутая, чем обычно. Похоже, что ее что-то сильно беспокоит. Но она справится. Ведь я поддерживаю ее. Для этого и нужны друзья, верно? Ну точно. В общем, где бы ты ни был, я надеюсь, что там лучше, чем здесь. Ведь тебе пришлось многим пожертвовать, чтобы добраться туда. Туда. В общем, где бы ты ни был, постарайся быть счастливым, хорошо? Ради нашего общего блага. Мы будем чувствовать себя лучше, зная, что наши беды того стоили. Мы все с тобой, все. Даже королева. Эй, погоди секунду. Торель, ты что хочешь? Она говорит, что занята. Но если бы она знала, с кем бы сейчас говорим, то мы бы не получили телефон обратно в ближайшие пару часов. Мы имеем милость спасения тебя от нее. Но ты звони в любое время, хорошо? Она любит поболтать. Ой, упс. Эта шутка почти разродилась. Так что ненавижу перерывать. Но еще увидимся, хорошо, приятель? Пока-пока. Увидимся, Шкет. Теперь меня Шкет называют, ну ладно. Итак, что дальше? О, Флауи. Почему? Почему ты отпустил меня? Ты разве не понимаешь, что быть хорошим — это очень больно? Взгляни на себя. Ты завел себе столько отличных друзей, но теперь ты, возможно, никогда не увидишь их вновь. Не говоря уж о том, как сильно они привязались к тебе. Больно, не так ли? Если бы ты пришел через это направление наверх, на всех... Тебе бы не было так плохо сейчас. Так что я не понимаю. Если ты действительно сделал все верно, то почему все закончилось именно так? Почему? Жизнь действительно так несправедлива? Слушай, что если я расскажу, что
что я знаю, как получить концовку получше. Тебе нужно загрузить твое сохранение и... Ну, между делом, почему бы тебе не повидать доктора Афис? Кажется, вы могли бы подружиться получше. Кто знает, может, и у нее есть ключ от счастья, твоего счастья. Увидимся. А, все-таки еще продолжение будет у нас по Undertale. Ладно, тогда все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик. С вами был Степа. Всем пока.